Всем привет, друзья! Спасибо, что оценили прошлое видео, очень действительно круто. У нас плюс 10 подписчиков, это вообще жесть за последние, кто знает сколько лет. Надеюсь, что видео вам также предыдущее понравилось. А в этом видео мы рассмотрим, как же замерять беговое полотно. Почему мы решили записать данный урок? Наш сервисный центр работает и оказывает услуги по всей Украине. И очень часто люди сами заказывают полотна и сами же их меняют. Беговые полотна стоят далеко не дешево. Как не ошибиться при замере полотна и озвучить продавцу правильный размер? Что такое процент растяжки и как его вычесть? Не забывайте, ошибка даже на 2 сантиметра может привести к тому, что ваше полотно просто не станет. И вы не сможете предъявить претензию продавцу, так как вы сами назвали размеры. Поэтому придется заказывать новое полотно, а это опять тратить деньги. Для измерения полотна вам понадобится кое-какой инструмент. Обычный маркер, рулетка. 3-метровой вполне достаточно. В стандартном комплекте для беговых дорожек обычно еще идет отвертка и набор шестигранников. Вспомните, где они могут лежать, либо же приобретите на рынке. Смотрите внимательно видео, и если у вас вдруг появятся вопросы, оставляйте комментарии, мы с удовольствием вам ответим. При помощи отвертки либо шестигранников снимаем так называемые подпятники с обеих сторон дорожки. При помощи маркера и рулетки меряем полную длину полотна, расставляя контрольные точки. Правильно замерить ширину полотна, думаю, здесь проблем у вас не будет. Далее советую посмотреть очень внимательно, так как мы сейчас будем измерять процент растяжки. Помните, в начале ролика мы снимали подпятники? Так вот, именно для чего. Задний вал беговой дорожки натянут 2 болтами-натяжителями. В нашем случае до предела. Для того, чтобы у вас был запас, вам нужно отнять этот предел, а точнее ту часть винта, которая выходит из вала. Замеряем при помощи рулетки. В нашем варианте это 25 мм. Отнимаем 25 мм от общей длины полотна. В результате наше новое полотно становится в минимальный размер. И при натяжке нового полотна оно станет чуть-чуть не доходя до середины. Если вы сделали все правильно, то новое полотно станет в его первичное положение, и у вас останется запас для дальнейшей натяжки полотна. На этом, пожалуй, все. Подписывайтесь на наш канал и на Instagram, впереди еще много чего интересного. Делаем спорт вместе!